Самарской филармонии звучат известные композиции из кинофильмов «Неаполитанские песни». Это жемчужины репертуара Лука Минелли, знаменитого итальянского тенора. Я впервые в Самаре. Очень рад быть здесь. Уже не в первый раз даю концерт в России, но впервые в этом городе. Я надеюсь, мое присутствие, моя музыка, мой голос оставят у вас самые лучшие впечатления. Надеюсь, что скоро вернусь сюда со своими песнями и вновь подниму всем настроение. Общение, обмен мыслями и эмоциями с публикой состоялись, ведь концерт прошел в рамках Международного форума гитары в строю и собрал единомышленников, людей, которые против фашизма и террора в любых его проявлениях. Я достаточно часто хожу в филармонию, начиная с самого раннего возраста, посещаю различные концерты, мероприятия. Концерт этого исполнителя для меня будет открытием. Я не одна, я со своей коллегой, итальянский певец Лука Минелли. Очень интересно, хотелось бы ознакомиться с его творчеством. Впервые его буду слушать. Ожидание услышать золотой голос Венеции. Я ожидаю что-то невероятное. Когда состоялся теракт в Москве, Лука Минелли находился в Санкт-Петербурге. Тогда он вынужден был отменить запланированный на 24 марта концерт и выразил соболезнования родным и друзьям жертв этого преступления. Концерт же в Самаре состоялся. Причем, что символично, он стал частью масштабного форума, который призван через музыку, искусство и свободный диалог бороться со злом. Екатерина Кузина, Александр Дудко, телеканал «Губерния».